зовут Смагулова Антонина Ивановна. Я хочу рассказать о своих родных. Это мой дедушка. Он прошел всю войну. Шумов Степан Фомич. Он прошел всю войну. Имеет награды. Еще расскажу, хочу рассказать о своем папе. Карасев Иван Иванович. Он воевал в Японии. Имеет тоже награды. И уже на гражданке его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Мы их все любим и мы ими гордимся.